И снова здравствуйте, всем привет! Я рад сообщить, что создал новый канал, пока назвал его «Рождение мультфильма». Ваши варианты присылайте, возможно, это все дело подберем как-то хорошее название. Но пока вот в таком духе. Тем, кто может помочь с оформлением канала, именно шапку канала сделать, такую приключенческую, красивую, напишите, помогите. Планы канала. Что здесь планируется сделать, это значит создать полностью мультфильм. Возможно, даже не один, возможно, даже какие-то в промежутках будут короткометражки, чтобы отшлифовать какие-то детали, съемку камерой. Вот тоже надо это дело все здесь разобрать. Почему не на основном канале? Потому что основной канал я планирую так и оставить, план-конспект, на котором будет собираться, также будет дополняться какие-то информации, чтобы здесь лишней информации сильно не было ненужной. Ну как ненужной? Допустим, если есть какой-то вариант что-то сделать, возможно, лучше его рассмотреть на основном канале. А здесь уже поэтапно идти по кадровке, допустим, раскадровка мультфильма, потом какие-то сцены, анимация, чтобы уже поэтапно снимался мультфильм, чтобы все было как бы один за одним так шло. Возможно, будет сбой, возможно, будет что-то идти не так, какие-то ролики, возможно, будут появляться, потом будут удаляться, чтобы этот канал, ну, грубо сказать, подобрать именно ролики, чтобы они мягко переливались именно в, в сам мультфильм, чтобы не было побочной информации, повторюсь. Тем, кто хочет поучаствовать, присоединяйтесь, давайте вместе все это дело будем разбирать, составлять какой-то сценарий какими-то кусочками или уже целый сценарий сначала написать. Я пока не знаю, я на этом канале буду тоже учиться создавать вот этот именно процесс мультфильма. Внизу в описании будет именно ссылка на мою страницу ВКонтактах, в Одноклассниках. Ну, в основном, наверное, давайте в ВКонтактах заходите и будем там все обсуждать. Как-то создадим, возможно, я еще создам там группу, назову ее тоже «Рождение мультфильма». И там мы будем что-то выкладывать, что-то подкидывать, чтобы была какая-то именно помощь от вас. Ну вот, в принципе, все, что хотелось сказать. Все будет уже потом снято, показано на этом канале. Это займет очень много времени. Я не планирую, что это будет быстро. Возможно, будут большие какие-то перерывы в процессе съемок. Ну, все мы люди, все мы человеки. Возможно, где-то покинет вдохновение, где-то будет апатия. Все это не исключено. Возможно, даже захочется бросить создать этот мультфильм, но буду стараться к нему возвращаться. Ну вот и все. Пока вот такая информация. Все, всем пока, до свидания.